Разгрузить легковую восьмерку в условиях, когда строительство эстакады пока находится лишь в стадии проекта, решено при помощи кольцевой развязки. Строительство кольца на перекрестке грузовой и легковой восьмерок началось 18 апреля. По задумке, новая схема движения автомобильного транспорта должна обезопасить дорожное сообщение на данном участке. Один из съездов с развязки будет направлен до речного порта, который открывает навигацию 1 мая. Также с кольца автомобилисты смогут попасть на центральный городской пляж.